Туда пройдите. Всем большой привет, подписчики, пришедшие на канал. Началась у нас, наконец, долгожданная весна, и вылезли первые медоносы, так называемая медунка мягчайшая. Это вот такая многолетняя трава, которая начинается одной из самых первых, первый медонос, и она может расти весьма обильно. Очень хорошая и интересная трава, медунка мягчайшая, представляет из себя вот такие вот растения зеленые, которые заканчиваются цветочками синими. Это первый медонос, который очень любят пчелы. Медунка мягчайшая, растет семейство бурачниковых, которое растет весьма распространенно по всем регионам. Что из себя представляет эта трава? Это лучшее средство для легочных лечений, профилактики легочных заболеваний. То есть бронхиты, воспаление легких, восстановление после перенесенных легочных заболеваний. Вот эта медунка мягчайшая, это лучшее средство сейчас. Она растет вот такими вот кустиками. И представлена весьма широко. То есть можно заготовить в это время, когда появляются цветы, очень много. Потом высушивается или быстро высушивается в тени. Вот одновременно идет кандык, наш сибирский, тоже первый медонос, кандык сибирский. И целая поляна вон кандыков, которая радует глаз в весеннем лесу. Более подробно о медунке мягчайшей. Это трава, которая при легочных заболеваниях считается лучшим средством для восстановления. Высушивается, потом заваривается в чай, и в течение года следующей зимы принимается для лечения и восстановления. Вот такая интересная трава, которую сама природа нам дала, так сказать, в подарок. И большинство не очень знает о ней. Можно использовать в качестве салатов. Это первые салаты из медунки. Можно чисто медунка с маслом, можно со сметаной. И очень вкусное получается блюдо. Медунка мягчайшая. Второе ее свойство – это разжижение крови. То есть она является хорошим антикоагулянтом. Вместо аспирина, она, кстати, не повреждает слизистую оболочку желудка и разжижается кровь на раз. Подписывайтесь на канал. Удачи всем!